заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Я нахожусь в Леруа. Это торговый центр Космопорт в городе Самара. Сегодня чудесный привоз. И начинаю я свой привоз вот с этого пенивчика. Мне... Ой. Ну, по-моему, да, по-моему, пенив. А то я их вечно с фантомом путаю. И мне удалось его заснять. Застать удалось. Во-первых. Во-вторых, заснять удалось. Вот. В чужой корзиночке снова. Снова. Так что вот такой красавец. Он был один. Все цветочки рассвечены по-разному. Ну, очень красивый. И сейчас пойду снимать, что там еще есть в привозе. Если чего-то не было, то фотографии из того, что вот у меня есть, я буду вставлять видео, если что-то я не застала. Еще вот такой вот стоит биглипчик, красавчик. Этот биглип уже отложен, но, по-моему, там на стеллаже еще один стоит такой же. Во всяком случае, мне показалось, что он такой же, потому что он стоит очень высоко, и я его просто не смогла достать. Очень красивый, очень крупная губа, яркая розовая. Люблю я биглипы. Красавец. Привезли несколько стеллажей, орхидеечек много. Так, цену я пока не могу понять. Ну, много вот таких вот биглипчиков. Очень яркие, очень красивые. Цветы не крупные, цветы сантиметров 6. Прям, ну, достаточно. Ну, я вижу прям несколько таких биглипов. И, кстати, что-то написано даже на горшочке. Если это я правильно понимаю, написано «Альма». Название, кстати, видите, какие корешочки хорошие. Хорошие, очень хорошие, крепенькие растения. Так, много пятнашечек. Что на нем написано? «Скарлион». Это «Фаленопсис скарлион». Как раз они подписаны. Давайте смотреть название. Паламус. Это стоит паламус. Вот. Из серии по типу Polka Dots. Вот. Это паламус. Так. Тут кто? Тут Девотио. Девотио написано. Наверное, Девошин какой-нибудь. Возможно, еще какую-нибудь буковку не дописали. Вот этот фаленопсис. Так, беленькие, желтенькие. Кстати, у меня, по-моему, такой вот желтенький стоит. Голден. Кои. Ну, тут точно не дописано. Кои. Что кои? Что-то не дописано немножечко. Вот. Очень много вот таких фаленопсисов по типу Magic Art, но без крапа, и они прям крупноцветковые, конечно. Очень крупные цветы у них. Art Nouveau. Новое что-то там. Ну и Art. И название созвучно Magic Art. Рядом с ним стоит африканский закат. Интересно, как он тут именуется. Так, где название? Golden River. О, сейчас я поверну. Секундочку. Ой, неудобно одной рукой поворачивать. Asian Golden River. Золотая река. Так, надо узнать, сколько они стоят. А вот, кстати, вроде бы и та самая Polka Dots. А здесь она как называется? Цветоносы высоченные у всех. Сантандер. Это Сантандер. А рядом с ним стоит вот такой вот очень красивый пастельного оттенка фаленопсис. Что это за красота? А тут нет названия. Вот так вот.
На этом горшочке нет ничего. Ну, надпись есть, но не название. Так, дальше там беленькие, розовенькие по типу претории стоят. Их я уже не стану доставать. Ой, кто-то прям коралловый, прикоралловый, прям прикоралловый. Прям темный-притемный. Так, что на нем написано? Коралл. Так и написано, это у нас коралл. Красотун. И пойдем к следующему стеллажу. Ну вот эти беглипчики, конечно, чудные, чудные. Ну, давайте разницу в цветке покажу вам между этим и тем, что похож на Magic Art. Видите, да, какая разница? Какая-то вот, буквально в два раза отсвечивает немножечко тут вот пакеты. Ну, разница в размере цветов видна. Это следующий стеллаж. И орхидеечки стоят 477 рублей. Здесь те же самые есть орхидейки, что и на том стеллаже. Кстати, вот очень похож на тот на те беглипчики, но здесь губа уже обычная, стандартная. И также есть и другие фаленопсисы. Например, вот этот вот красавец. Юпитер или Голден Леопард. Интересно, как он здесь идет. И подписано ли здесь Юпитер. Да, это уже Юпитер. Так, позади него стоит Блэк Страйп. Так. Ой, немножечко он покоцанный, уже бедненький. Ну, вот, относительно целенький цветочек. Так. Блэк Страйп. Кстати, у него, вот видите, у него тоже не дописано название. Вот это я так и подумала, что у кого-то может быть не дописано название. Black дописано, Stripe. Stripe одной буковки нет. Даже двух букв нет. Так, рядышком стоит Джиллиан. Аккуратненько с ними. Аккуратно. Вот он какой. И он так и подписан, Джиллион. Морковные пироги стоят на этом же стеллаже. Так, ну какие у него растущие кончики красивые. Ну, он... Здесь тоже не дописано название, но идет тоже под другим. Голден, что-то золотистое. Ну, это все зависит от поставщика. Каждый... От производителя, вернее. Каждый производитель дает свое название. И так проще. Тут кто-то очень красненький. Монтрё. Угу. Это Монтрё. Я его постоянно забываю. Так. Ну, забываю, потому что само не такое. Вот я его и забываю. Ой, кто это такой красивый такой тут? Такой пастельный. Сейчас посмотрим. Ой, у него прям упирается. Нет, страшно мне его доставать. Вот такой вот красавец. Ну, название не прочитаю. А вот он, по-моему, такой же вот у женщины стоит. А можно вот эту посмотреть, орхидеечку? Вот эту, ага. Спасибо. Вот он такой же. Вот. Сейчас посмотрим, что на нем написано. Honey Peach. Здесь тоже не написано название Peach, но это Honey Peach получается. Медовый персик. Вот такой вот медовый персик. Спасибо. Спасибо. А на низу стоит Beaumont. Он так и подписан. Странно, я сначала подумала, что это Чингду из-за того, что губа в краб тоже. Оказывается, это Beaumont.
потом работать. Вот, кстати, такой же беглипчик здесь, на этом стеллаже. Так. Что тут написано? Не пойму. Не пойму, что там написано. Стеллинбош. Да, Стеллинбош идет как Стеллинбош. На весу держу и камере сложно сфокусироваться на цветочке, на названии. Ой, а там наверху кто-то из... Хотя нет, это что-то другое. Но я туда уже не дотянусь. Хотела сказать, кто-то из серии... Господи, как же они. Вот он, этот фаленопсис. Мы его достали, но он никак не подписан. И вот, вот его я имела в виду. Хотела сказать, что кто-то из серии «Розовый дракон», что-то такое, но это вообще что-то другое. И цветок очень крупный. Очень. То есть нормальный такой, приличного размера цветок. Даже не средний, а прям реально крупного размера. Поставим его сюда вот. Ой, он так торчит. Лишь бы его никто не задел. Так, ну и вот наверху. И наверху, кстати, по-моему, стоит... да, Гётеборг стоит. Вот прям самый крайний стоит Гётеборг. И здесь стоят еще два стеллажа. Ну, здесь, ну, тот же самый набор. Мирафлора стоит. С разницей, что тут Мирафлора, Флиртейшн. И, не знаю, названия у них там в горшочках такие же или нет. Я уже не стану их просто доставать лишний раз. И Тарина на этом стеллаже стоят. А так все то же самое. Та же самая красота. А здесь я сейчас вставляю фотографии орхидеечек, которые я уже не застала. Какая красота тут еще была. И на этих кадрах уже буду с вами прощаться. Спасибо вам всем большое за ваше внимание, за вашу поддержку, за то, что подписываетесь на мой канал и здесь, и на Яндекс.Дзен, за то, что заглядываете в мою группу ВКонтакте, за комментарии ваши спасибо вам огромное. Всегда интересно, когда есть отклик от зрителя. Если видео вам нравится, ставьте лайк. Всем пока, до новых встреч!